здесь собрались. Встречайте певицу, актрису, телеведущую Наталью Чеснякову Иванову! Боже мой, как это приятно! Привет, Воронеж! Безгранично приятно, что вы все нашли время. Сегодня пришли, я надеюсь, все обязательно посмотрите фильм. Я вам немножко о нем расскажу. Большое счастье было сняться в этой картине, попробовать себя в роли актрисы. Это был мой такой дебют, можно так сказать. Были сложности, мочили.